Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Black Infinity, и сегодня мы будем смотреть новую серию легенд завтрашнего дня. Погнали! Бюро, нужна помощь. Грот преследует Барри. Чё? Мгновенные в смысле выводы. Грот преследует а Барри? А ты ещё не зарегистрирован в букмекерской конторе Леон. Вводи код ColdFilm при регистрации и получай мгновенные бонусы. А, это Обама? Обама. Убить тебя будет почти что честью. Сука. Хуя? Че это там такое? Да, сопротивляйся. Че это там выросло? Только продлишь свои страдания. Я понял. Он пойдет к легендам и... Прощай, Норочка. И присоединится к ним, походу. Но мне так кажется. Когда весь мир сошел с ума. Хотите сказать? Вы не помогли тому, кто убил вашу сестру. Даже если это помешает моллюску сбежать. Малус. Сука. Из пространственной тюрьмы. Она пошла базарить с Бараком Обамой. Во всех временах. Да, в таком изложении это звучит нелочно. Вовсе нет, это звучит... Ахуй. Союз века. Тупо союз века. Нет слов. Так все эти светящиеся власти в Мордор. В руки безмозглого полурослика. Хвастливый с голосом Малуса поразительно. Тихо. Пиздец. Гидеон? Кто этот актер? И как заполучить его в обход агента? Пиздец. Новая Зеландия 1999. Чё творят? Мистер Номбл, последние поправки Номбл? В сценарии. Передайте Питеру Джексону, что хватит цыплят. Это реальный Номбл или нет? За утро я уже съел 4. Ой. А Майя, подожди. Это я. Ой. Я и подумать не мог, что мне это достаточно. Кто ты? Это я, Нейт. Кто? Нейт. Знаю, это было давно, но мы путешествовали во времени. А ей память стерли. Мы... Опа. Ждем, пока он не начнет. Сейчас будет велико. Нора. Я так и не понял, это настоящий Джон Нобл был или нет? Они реального Джона Нобл призвали? Очень громко. Гении. Взяли в ловушку. Что происходит? Извини, милый. Ну так лучше для тебя. Нет. Фига он злой. Не-не, башкой ты не пробьешь я это. Я понимаю. Наверное. Я ты не думаешь, уверен. Я подвел тебя? Не надо. То есть, Ав было 12. Неплохо. А где другие тогда погибли? Где они сдохли-то? Норы а? Нет. Есть только Маус. Опасное оружие. Доверит. Тотем смерти твой. Они теперь лучшие друзья, Сара, так-то, если что. Ава, у нас нет выбора. Поэтому мы все легал, все легал. Я маю анахромизм, а это... На самом... На самом деле, эта серия очень сильно выигрывает благодаря драме Дарка. Не знаю, она очень мощная. Остальные драмы просто ни о чем. У Дарка самая интересная сюжетка вот в этой серии, в последних сериях даже. Мой не включается. Что же ты? Ничего не понимаю. Битва окончена. Добро победило. Грот? Рип, что происходит? Боже... Вы, начальники, не разрушали деревню. Деревня уничтожена злой гориллой. Грот гений. Ебет. Реально трахает. Мне пришлось, она моя дочь. Ты выпустил Грода. История должна идти своим чередом. А он предал? Он предал легенд, серьезно? Все, минус Дарк. Все. Нора мертва. Малус, давайте же узреем его настоящую личность. Наконец-то я свободен. Да тебя за серию сольют, не беспокойся. О-о-о! Высокие коэффициенты. Вот оно. Конкурсы. Нет. Нора. Ей нельзя помочь, Рэй. О боже. Хуя? Я гораздо больше, чем просто бог. Сука.
Просто летающий даун. Ой, блядь! Просто... Итак, ребят, я оценил новую серию «Легенд завтрашнего дня». Извините, что такой голос. Просто чуть-чуть, ну, понимаете, наверное, уже поняли. Но не мешает разговаривать, потому что я опытный уже игрок в этом деле. Что хочу сказать, что хочу сказать. Эта серия была лучше двух предыдущих абсолютно. Точно, абсолютно точно. Но мега чего-то крутого в ней, к сожалению, не было. То есть я ей поставлю 7 из 10 за драму с Дарком и за раскрытие Мауса. Но так все в серии происходило как чепуха вообще. И типа шутки были не смешные. Вот серьезно, вот что было в серии? Значит, Мауса раскрыли. Маус оказался просто каким-то демоном тупым. Просто с рогами. Сербаран, короче. Сербаран с крыльями, с рогами, короче, охуенно. Тупо я... Все думали, кто такой Маус, а он оказался реально просто демон. Сука, Седап не перестает удивлять своей тупизной, на самом деле, потому что лично я не ожидал демона. Ну нахуя делать вот такого типичного демона в 2018-м? Типа, ну это же лол. Это же, ну камон, ребят, ну лол. Ну просто его раскрыли, и осталась одна серия. Ой, конечно, он победит, блять. Его за одну серию убьют. Ничего интересного, то есть абсолютно. Сезон, ну финал провальный. Уже можно сказать, финал провальный. Но эта серия была смотрибельная, то есть интересная, особенно с Дарком. И то, что он делал ради всего этого, то есть ради своей дочки, он пытался ее спасти, вот всякие союзы, вот это вот. Но вот эти вот, то они пытаются отменить их анахронизм, то им нужно его не допустить, то еще что-то, то это. Ну, короче, не знаю, как-то происходит в серии несколько действий, ну... Вот просто ни о чем. Пытаются деревню спасти, Барак Обаму, что-то там с Малусом. В итоге от серии, ну, все, что нужно знать про серию, это линия Дарка, то есть важная. Остальные линии не важны в этой истории. И как бы... Даже не знаю, какой-то скомканный финал получается. То есть в предыдущем сезоне финал был охуенный. То есть все точки были над «и» подведены... Какие-то победы злодеев даже была какая-то. Все радовались, все вот это вот все делали. Пытались исправить что-то, показывали альтернативную реальность. А здесь, ну, победы злодея нет. Здесь какая-то чушь происходит. Типа вначале я чувствовал, что собирается какая-то армия, что собирается какого-то вытаскивать Чубрика. А потом все это просто ушло. Вся атмосфера на колени того, что он крут. Что что-то там просто ушла куда-то в жопу. Казалось, что он просто крылатое чмо. Крылатое чмо. Демон. Ой, горгулья с башни, блять. Пиздец. Не знаю. Не знаю, как к этому относиться. Но посмотрим. Финальная серия, мне кажется, хуйня будет. Вот мне так кажется. Они прощаются, убьют этого Мауса. А убьют Мауса за 20 минут. 20 минут будут прощаться. И будет какой-нибудь клиф тупой. Да. Вот мое предсказание, оно, наверное, 100% верное. Наверное. Ну, не знаю. Короче, это вот мое мнение. Я 7 из 10 серию, конечно, поставлю. Конечно, поставлю, но... Ну, такое какое-то зрелище было. Конечно, легенды очень сильно просели. Очень сильно просели. Под конец. Это очень печалит меня. Да. Даже отсылки не спасают. «Властелин колец» же новый, похуй. Вообще похуй. Так криво вставлено. Ну ладно, с вами был Black Infinity. Больше говорить как бы не о чем. Вообще обсуждать в легендах уже нечего. Можно в смысле финальную серию не смотреть. Так понятно, что там произойдет. Поэтому... Как-то так. Значит, всем пока, берегите себя. Смотрите только хорошие сериалы. Покедова.